Сегодня в центре внимания всего нашего телеканала покрывала «Элит», потому что это специальное предложение дня. Что такое специальное предложение дня? Один раз в день наш телеканал выбирает один лот, на который делается максимальная скидка. Цена, качество соответствует самому выгодному предложению. И сегодня это покрывало «Элит», которое вы видите на своем экране, про которое все знают наш эксперт. Люда, но я тебе хочу сказать, это действительно «Элит», ведь это не одно покрывало, это у нас двухстороннее покрывало. Да. С одной стороны у нас богатый декоративный мех, а вторая сторона у нас из микрофибры, то есть аналог хлопка, поэтому мы можем выбирать фактуру такую, какую пожелаем. А еще мы можем цену на два делить. То есть 1999 рублей мы можем сразу делить на два, потому что двухсторонняя фактура у этого покрывала. Это значит две стороны, две жизни, два интерьера в конце концов. Да, Люда, абсолютно верно. Два интерьера, но сейчас я хочу поговорить о первой стороне, да, о декоративном мехе, ведь он заслуживает особого внимания. У него очень богатая фактура, которую мы сейчас и разглядим. О, какая красота. Посмотри, насколько он необыкновенный, насколько густой ворс. Вот давайте сейчас возьму его в свои руки. Давай. И вы это увидите. Посмотрите, какой он богатый. И, Люда, на нем даже можно рисовать, я тебе хочу отметить, за счет того, что ворс очень глубокий. Посмотри. Слушай, ой, как интересно, о, отлично, слушай, детям точно понравится, но да. И взрослым. Взрослым нравится мех, детям нравится то, что на нем можно рисовать. Я с тобой согласна, но хочу обратить твое внимание на то, что наше покрывало еще и стеганое, да, стежка оно непростая, стежка у нас декоративная, называется на ультрастеп, вот стежка есть, а ниток нет. А знаешь, что мне нравится? Что здесь стежка мало того, что она безниточная, и еще она фактурная, она очень красивым рисунком сделана. Да, верно, ты заметила, сделана рисунком, причем это самые дорогостоящие технологии, так. Ну, наша покрывала «Элит», все-таки как-никак, самые дорогостоящие технологии, выбитые узоры находятся на пике популярности, это действительно тренд. Ну и опять-таки, да, хочу вернуться к фактуре, насколько она богатая, насколько она роскошна и какая все-таки мягкая, мягкая и нежная. А я хочу обратить внимание на размер нашего покрывала, точнее уже вашего покрывала. 250 на 225 сантиметров. Это необычный размер, который вы редко найдете в магазине, это евроувеличенный размер. Зайдите в любой магазин и узнайте, сколько стоит такое покрывало, такого огромного размера. Ну, во-первых, не в каждом магазине вам скажут, что такое есть, ну а если и есть, то минимум оно будет стоить 5-7 тысяч рублей. Сегодня вы его приобретаете за 1999 рублей. Со скидкой 900 рублей. Специальное предложение. Завтра будет уже дороже, но я уверена, что ничего не останется. Кстати, у нас же еще и 4 цвета на выбор. Давайте с ними познакомимся. Да, 4 цвета на выбор. У нас есть классика жанра. Это белый цвет. Но он, хочу отметить, что он с неким оттенком такого шампань. Да, цвет айвори. Далее идет у нас песочный бежевый оттенок. Я бы его даже назвала таким золотистым. Очень красивый, переливы он имеет. И далее у нас идет очень глубокий пурпурно-серый цвет. Это, Люда, мой выбор. Да посмотри только на эту основу. О, но это красота. Еще не все. У нас есть также коричневый цвет. Глубокий, шоколадный оттенок, который точно наполнит ваш интерьер королевской роскошью. Ведь именно шоколадными оттенками украшали ранее дворцы королей. Ты знаешь, а мне нравятся все оттенки, мне нравится, как они между собой сочетаются. Вот просто обратите внимание, можно миксовать по-любому. Хотите два, хотите три, хотите все четыре, получайте все с бесплатной доставкой. Главное успеть сделать заказ сегодня, потому что завтра цена будет абсолютно другой. Катюш, а я хочу этот плед показать вот во всей красе. Я с тобой согласна полностью. Мы с тобой покажем во всей красе, да, потому что размер заслуживает особого внимания, ведь это 250 на 225. Так, хватит ли нам роста? Вы только вдумайтесь, да, какой это размер. Ведь он действительно укроет самую большую кровать. А как играет? Ты ведь искала себе покрывало большого размера, не могла найти. Я сейчас смотрю на это покрывало и думаю, какое мне в комнату подойдет. Все подойдут. Я вот правда, в классический интерьер, да, в любой интерьер вот подойдут все оттенки. Да, сейчас стою и выбираю для себя. Правда. А у Люды размер кровати 180 на 200, да. Хочу отметить. И я как эксперт рекомендую приобретать такой размер для кровати. 140 на 200, 160 на 200 и
180 на 200. Немного ли, спросите вы? Абсолютно нет. Такое покрывало прекрасно укроет вашу кровать, и она будет выглядеть поистине богато. Люд, ну я хочу показать вторую сторону. Давай, с удовольствием. Да, давай ее продемонстрируем, давайте. Потому что она тоже заслуживает особого внимания. Это классическая сторона, да, выбитые узоры. Очень эффектно смотрится. Здесь прям все видно отлично. Да, я тебе хочу сказать, не так давно я видела похожие покрывала с выбитым дизайном. Так. Стоили 7000. 7000, да? 7000. 7000, то есть одна 3,5... сторона. Одна сторона. Просто так. Вот с такими узорными, такая узорная стежка была и стоила на 7000 рублей. 7000, а сегодня вы его приобретаете с двумя сторонами за 1999 рублей. И еще давайте обратим внимание на эту стежку. Я сейчас думаю, что все ее разглядели. Для тех, у кого есть животные, да, это особенно актуально, потому что вот я смотрю на это покрывало именно со стороны практичности. У меня кот, все новые покрывала, он начинает драть, а здесь зацепить нечего. Да, абсолютно верно, здесь зацепить нечего, но я хочу отметить, и сам декоративный мех обладает высокой степенью износостойкости и устойчивости. Ну а что говорить, прямо сейчас мы проверим. Итак, смотрите, какой расческой я вооружилась. Видите, насколько тонкие и острые у нее зубчики. А теперь тишина и внимание. Вот это да. Мне кажется, он становится только краше. Вы слышали? А вот теперь посмотрите. Абсолютно ничего не произошло с полотном. Оно осталось таким же мягким и нежным. Стежка не зацепилась. Ну и также декоративный мех не поврежден. Но хочу отметить, расческа ведь у меня абсолютно чистая. Не выдрался ни единый волосок. А это, конечно же, показатель качества и практичности данного покрывала. Люда, ну я хочу еще отметить очень важный нюанс, что наше покрывало элита, но обработано специальной пропиткой антистатика. О, это я люблю проверять. Так, это я люблю проверять в прямом эфире. Давайте я сейчас для вас покажу. Вот я первый раз об этом услышала, а сейчас и проверю. Давайте посмотрим, давайте поближе. Как мы это делали обычно, знаете, в детстве. Так, натираешь немножко и потом себя трогаешь за нос, да, чтобы посмотреть, не будет ли стреляться. Итак, внимание. Ничего, никакой статики. Ну, во-первых, мы бы увидели, что у меня волосы бы сразу бы отреагировали, да, потому что у меня длинные волосы, но ничего. Кстати, а вот что это? Я слышала, что это очень важно для здоровья, конечно, да? Конечно, это очень важно для здоровья, ведь статическое электричество, оно очень вредное, оно накапливается со временем. Ну, мало того, что этот неприятный треск, плюс это как бы и вредно для здоровья. Люда, важный момент еще, плед гипоаллерген, покрывало гипоаллерген, а это значит, подойдет и для маленьких детей и, конечно же, для людей, страдающих астмой. Ну и окутает вас своей любовью, нежностью и, конечно же, создаст комфорт в вашем доме.